Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что ж, забираем свои ежедневные награды за лигу сёгунов 3 звезды. А меня сейчас 100% скинули. Сейчас мы глянем. Так, забираем с тобой колоду. Так, у нас выпадает Кирби. Я понял. Так, здесь у нас награды. Так, сразиться, пройти серию испытаний. Давай, наверное, сразимся для начала. Так, Карайку мы прокачали, да? Кто-то говорил, прокачай Ваньку Стиранка по навыкам. Точно, друзья мои. А что это у меня Ванька, оказывается, не прокачанный был? Ёлки ты палки. А мы с тобой уже взяли на прокачку кого? Паукуса, да? Так, друзья мои, тогда давайте, наверное, все-таки Ваньку будем прокачивать. Все-таки Ванька у нас много где участвует, принимает, как говорится, активную деятельность. Поэтому давай начнем с него. Так, нам нужно с тобой 8 магнитофонов, да, получается? А, это пульт от телевизора. Один есть. Так, второй. Тихо. Второй. Так, начинается, да? Два пульта нашли, и все, и хорош на этом. Комикс выпадает. Так, третий. Что-то они вообще не хотят нам выпадать, ребята. Одни комиксы, какие-то дьявольские мертвецы вылазят, и все. Так, четвертый. И мы с тобой, кстати, уже задание выполнили. Так и не нашли. Так и не нашли. Нужно было еще три найти, да? Так, здесь забираем награду. Поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну, давай, наверное, серию испытаний быстренько с тобой пробежимся. Тут тем более коротенький у нас. Это Шреддер на крыше, да? Возле шестого канала. Поэтому сейчас мы его тут распетрушим по Шурику, и все, ребят. Так, ну, Хана, естественно, в первую очередь. Правда, у нас нету двойной атаки. Но мы его заблочили вовремя, поэтому он не смог применить свои супернавыки. Шреддер, я думаю, его ушатает сейчас. Так, дальше мы сделаем вот так. И так, у нас у Леонардо нет двойной атаки, поэтому обычно, как говорится, перебьемся. Ну, а вот и сам Шреддер. Давай, выходи, партизан. Я сейчас буду с тобой быстренько тут разбираться. Вышел деловой такой крутыш. А вот это вот не хочешь выкусить? Тихо. Нормагуна, ты хорош лезть. Лезет он. Не дорос еще. Вот, Супер Шреддер, видишь как? Твой, кстати, сородич. Правда, мутированный. Ну, какая разница? Главное, ребят, наказали. Так, и двигаемся с тобой, естественно, дальше. Так, нам нужно будет что еще сделать? Это мы прошли серию испытаний. Так, забираем наши награды. Так, и поднять уровень персонажа. А у мутагена у нас с тобой достаточно хотя бы? 8000, ну, в принципе, должно хватить для прокачки. Так, для прокачки кто у нас тут? Слушай, а Слэш, он же может вроде бы, да? Конечно, может. 47 уровень у нас получает Слэш. Мы забираем с тобой все награды, которые доступны. И бежим. Подожди-ка, сколько у нас с тобой этих монет? Что-то я не видел. Да елки-палки, где монеты-то? Это надо в магазин заходить и там уже смотреть. 53, блин, чуть-чуть не хватает, да? Нам нужно 60. Ну, по жетону все понятно. Тогда, друзья мои, идем с вами на турнирную арену. Лига самураев 3 звезды. Ты удивлен? Я нисколечко. Это стандартная практика. Единственное, что хочу выбить себе 15-19. О, нет, это слабенько. Это слабенько. Скорее всего, не дадут. 14-18 это для нас типа потолок на данный момент. Ага, это у нас Ристи. Спасибо тебе большое, Ристи. Выручил по-братски. Так, слушай, а тут 47 уровни. 50. Так, ну что же нам тогда с тобой делать? Наверное, я возьму. Так. Слушай, я сейчас случайно не лопухнусь ли, а? Взял тоже мне. Нет, ребята. Так дело не пойдет. Хорош, я уже помню эти выкрутасы мои, выпендрежи. На равных не получится, поэтому, друзья мои, естественно, мне приходится брать Армагона, который может их с полточка сейчас зашатать всех абсолютно.
Так, друзья мои, сегодня в 8 часов вечера, в 9 часов вечера, да, у нас обновится неделя игровая «Растение против зомби-герои». Как ты знаешь, я нахожусь на 40-й лиге, то есть награда будет приличная. Плюс ко всему я накопил еще 1000 монет, как говорится, уже своих. То есть мы еще с тобой там купим, сколько получается, 10 паков? Или сколько, 5 там паков, я уже не помню. За 1000 мы с тобой купим еще паки. Поэтому сегодня, надеемся, друзья мои, нам фартанет. Но это будет уже, как говорится, поздно вечером. А серия, скорее всего, выйдет уже, наверное, завтра. Тут еще, видите, ребята, большая, огромная неприятность у меня случилась. Как вы знаете, да, на квартире я делаю ремонт на своей. Живу совсем в другом месте. И получается, что сегодня пошел перед работой зайти. Надо было там вещи кое-какие взять на работу. Вижу записочка в дверях: зайдите, пожалуйста, в квартиру ниже, вы нас затопили. Я захожу в квартиру к себе, посмотрел. Да нету, вроде бы все нормально, все сухо, ничего нету. Чувствую, что запах есть вот этой вот влажности. Думаю, ну ладно, пойду зайду к соседям. Это в 5-то утра, ребят. Захожу, ну стучу, думаю, наверное, спят, никто не откроет. Открывают. Пожилая женщина с мужем говорит: вы с такой-то квартиры? Я говорю: да, записка в дверях была, что типа я вас затопил. Да, и начинает мне, короче, показывать стены там, все это. А затопило горячей водой. Короче, я, так как на работу спешил, пришлось мне, ребята, брать отгул. Приехал на работу, попросил у начальников своих отгул. Слава богу, они мне дали этот отгул. Вот, я пришел домой и начал конкретно уже смотреть, где, что и почем, с какого места вдруг там прорвало. Оказывается, что вырвало гибкий шланг, подводка, которая идет к смесителю, вырвало. Ну, я там сколько, я не так часто на квартире бываю, вот. Но периодически захожу, потому что сейчас работа, ну, некогда элементарно, ребят. И шланг вырвало, и он упал туда за мойку, его, короче, не было видно. И вот эта вот вся вода лилась к соседям. Вот. Ну, естественно, пришли вот эти все комиссии, все вот это вот. Начали там протоколы. В общем, эти ребята, я так понимаю, пожилая женщина хочет на меня, наверное, уже приготовила документы. В суд, короче, будет подавать на ущерб. Но на самом деле это ущерб. Ну как, я не спорю, да, ребят, с моей квартиры, но это не... Это несчастный случай, потому что вырвало подводку гидроударом. То есть, когда давление горячей воды подавали, не знаю там, что они там делали, его просто вырвало, потому что резьба осталась внутри смесителя, а шланг просто с наконечником, он валялся на земле. Ну, я так понимаю, там никому это ничего не объяснить. В общем, вот такая вот неприятность, ребята. И как бы у меня даже настроения не было не снимать, аппетита нету. Не курил, закурил. Весь на нервах. Короче, вот такая вот петрушка. Так что, ребят, не обессудьте, если что-то здесь туплю сейчас. Как бы голова на самом деле немножко другим занята, но... Я даже не знаю. Надеюсь, все обойдется как-нибудь. Я не спорю, что придется, скорее всего, там моральный ущерб платить, скорее всего. Сколько, я не знаю. Комиссия все это определит. Пока была сегодня предварительная осмотр квартиры затопленной. Через 2 недели будет повторный осмотр, там уже, как говорится, что у них там действительно высохнет, что не высохнет, что сломалось, что не сломалось. Как-то вот так, в общем, неприятности такие вот, ребята. Нежданно-негаданно, и так с деньгами напряженка, еще этот ремонт, и тут на тебе еще и потоп. Как-то вот так вот. Так что, ладно, ребят, продолжаем играть, пока у нас все идет хорошо. Вам, надеюсь, не слышно, что там сосед сверху что-то там перфоратором сверлякает. Вот он нашел время, он всегда находит время. Как я только сажусь что-то делать, начинается вот это, как специально, знаешь, как будто он слышит и начинает, чтобы, блин, в кадр попасть со своим сверлением. Вот. Так что, ребятулечки, вот такая вот крылья. Так, Мейс у нас, значит, здесь, да, Мейс. Ну, тут я смотрю, Микеланджело, в принципе, для меня этот Майки, так как он, извини меня, 53 уровня, я думаю, что Армагоша его просто хлоп на один удар. Сейчас у нас вот эти вот серии будут короткие, потому что событий не будет до пятницы нормальных. Первое событие мы с тобой проходить не будем, потому что нет смысла там тратить, извините меня,
и время, потому что все черепашки, которые там даются, они у нас с вами прокачаны. Поэтому будем чисто вот проходить арену и фармы ждать, естественно, пятницу. В пятницу пойдем уже с тобой. Хотя и Усаги-то, в принципе, нам тоже, ребята, не нужен. Лучше все сливать именно на фарм. На фарм наших черепашек, которые нам нужны. А черепашки здесь, как ты знаешь, именно видение. Также сегодня выйдет серия, наверное, вы уже ее посмотрели, по черепашкам ниндзя сила порталов. Очень был лютый босс морозильный, прям меня так аж выбесил. На микронах мы выжили, но вот которые мы костюмчики с тобой нашли там новые, это меня порадовало. Довольно прикольно смотрится, и, соответственно, мы с тобой будем дальше ее проходить. Кто-то писал: Рэй, ты же ее играл. Да, ребята, я играл в нее, но и в свое время я ее не допрошел. Не знаю, почему я ее забросил, с чем это было связано. Но остановился я, по-моему, на территории вулканов или магмы, что-то такое там связано было. В общем, на этот раз, я думаю, мы все-таки возьмемся и допройдем ее от начала до конца. Может быть, даже со всеми бонусами, и попробуем собрать все костюмы. Костюмов там будет очень много, ребята. Даже до боли вам знакомые именно по легендам. Вот, например, как космические костюмчики, да. Также там есть костюмы видения, также есть там костюмы шпионов. Оригинальные, классические костюмы там есть, костюмы ролевые. В общем, там все есть, по-моему, ребят. Там даже больше костюмов, чем здесь черепашек. Я так посмотрел. Так что, если ты не смотрел серию, то, в принципе, посмотри, не пожалеешь. Довольно прикольно. Так, ну что, а мы с тобой потихонечку продвигаемся дальше. В принципе, пока без напряга. 60 уровень врагов, естественно, у меня Армагон их также будет по-прежнему бомбить. То есть вот эти серии будут у нас короткие. Эта неделя будет короткая, ребята. Именно в плане самих боевок. Да и боевки, как ты знаешь, все равно у нас однотипные. Потому что мы выбираем самого мощного, всех шинкуем и продвигаемся дальше. Ну, извини меня, я хочу взять топчик, потому что на этой неделе разыгрывается Леонардо видение. А он нам очень-очень нужен. Нам и Донателло видение, в принципе, нужен, да? Как бы провокатор. Ну и Леонардо, и, естественно, Рафаэль и Микеланджело тоже. Я от них не откажусь. Так что вот, хочешь не хочешь, придется, ребят. Также сегодня, не знаю, может быть, поиграем в Драконы, Всадники Олуха. Единственное, что я тебе говорю, сейчас времени 6 часов у нас, да? Вот это я пока все сниму, пока сделаю. В лучшем случае будет это все готово поздно вечером. Это в лучшем случае. А в худшем случае это будет только лишь завтра утром, если я опять же успею, ребята, перед работой все это сделать. Потому что, ну, на самом деле, голова как-то немножко о другом думает. И настроения, если честно говоря, нету. Такого веселья, как бы, знаешь, уже как выдавливаешь из себя. Потому что осадочек все равно все-таки с этой квартирой остался. Вот, и это. Ну и посмотрим, наверное, сегодня пару новиночек. Ну как, посмотрим сегодня. Посмотрю сегодня их я, а вы уже посмотрите их чуть-чуть попозже. Две игрушечки я планирую. На втором канале, ребят, не знаю, надо как-то взяться с силами и попробовать допройти все-таки Мальчик-монстр и Проклятое королевство. Оно у нас висит мертвым грузом. Плюс эти Армия зомби 4. Там тоже, извини меня, уже сколько обнов вышло. Я все никак не могу к ней вернуться. И также там еще есть игра, ребят. Ну, я уже не знаю. Я уже не знаю, брать мне ее или не брать. По деньгам уже сейчас, как бы понимаешь, сам напряженка, да. И в стиме покупать что-то уже, ну, прям даже желания нету. Вот. Не то, что даже желания нету, а просто нету возможности элементарно. Вот. Что-то мне кажется, что у меня голос охрип или осел. Ладно, неважно. Так, давай дальше мы с тобой драться здесь. Я думаю, что мы все-таки сегодня в Лигу Сёгунов, точнее, даже в Лигу Мастеров попадем. Мне этого очень сильно хочется. И постараемся, как бы, с тобой сегодня все это выложиться по полной программе. Как ты уже заметил, да, на канале, ребята, вышли некоторые новые игрушки. Я, как бы, их планировал на обзор. Ну, просто на обзор. Но я вижу, там некоторые игры вас зацепили. Например, Кубические рыцари, да, это из Герои Майнкрафта. Стратежка типа по Tower Defense, да? Как бы по комментариям. Я просто смотрю эти комментарии, кто комментирует больше, какие видосики, соответственно, и кто больше какие лайкосики ставит. Естественно, понятно, что эта игра людям идет, заходит, и есть смысл ее дальше, например, играть.
Хотя я не говорю, что остальные игры плохие. Нет, остальные игры тоже, ребят, хорошие. Но, видишь, не каждому заходит. Может быть, не каждый понимает, что там нужно делать. Так же, как вот эта вот защита башни. Мне, например, она зашла, да. Я говорил, что это клон Таверланда. Клон, но все-таки клон клоном, а отличия есть. Я даже зашел вчера, поиграл в Таверланд. Все-таки есть, ребята, отличия. Да, схема у них одинаковая. Есть база, есть юниты, есть это. Но сама, как тебе сказать, сама подача, что ли, вот она немножко отличается все-таки. Так что сегодня, может быть, даже, может быть, ребята, не буду гарантировать, мы поиграем в Таверланд. Потом попробуем все-таки поиграть еще немножко в Юрский парк. Что-то я тут слишком много что-то хочу. Будет ли у меня на это время? Ну, сегодня нет, может быть, тогда на коротком своем выходном что-нибудь такого порубимся. Если каких-нибудь там опять нюансов не выплывет, ненужных мне. Так, ну что, мы с тобой получаем 43-ю позицию. Блин, я уже хочу в Лигу Мастеров перейти. И что-то у меня все никак не получается. Мы медленно с тобой идем. Так, Владимир, вот давай возьмем Владимира. Пока, как ты понимаешь, у меня здесь один Армагон. Просто разруливает всех. Рвет. Я очень, в принципе, доволен. Это большая экономия у нас. Во-первых, по откатам идет, да? Потому что мы тратим всего лишь с тобой один откат на целую пачку. Когда уже будут 70 уровни, там придется тратить два отката. Ну и, соответственно, у нас с тобой они будут очень быстро тратиться. Также мы сегодня попробуем, может быть, набьем достаточное количество жетонов во время фарма. И, возможно, прокачаем все-таки Рокстеди нашего, да? Рокстеди же у нас там, по-моему, прокачивается до 4-й золотой звезды. Точнее, он получает 4 серебряных звезды, получает вначале, а потом уже он получает 4 золотые, потому что там нужно будет перевести его. Единственное, что не уверен насчет мутагена. По сюрикам-то у нас там все тип-топ. Британи, ух ты, какая Британи. Давай возьмем Британи с тобой. Не откажусь я с ней повоевать. Вот. Также, ребята, не могу никак вот... Гроу Касл, да? Начал я играть, я все-таки зашел, посмотрел и просто, знаешь, как новичок, как будто в первый раз играю. Да и то в первый раз все было легко и просто, а сейчас с этим драконом я фиг знает, что делать. Я вас попросил в комментариях, чтобы вы написали мне, может быть, какую-то подходящую пачку. Только не забывайте, ребята, что учитывайте мой уровень, именно мой уровень персонажа, чтобы именно своим уровнем я смог разобрать, а не то, что вы там можете мне посоветовать супер-пупер прокачанных ребят, с которыми я там, естественно, и так бы прошел бы. В общем, ты понимаешь, да, к чему я? Так, ладно, мы сейчас с тобой берем Анжела. Как ты думаешь, мы этого Майки переплюнем по инициативе или нет? Вот интересно, Армагон сейчас сможет переплюнуть? Или же все-таки мы свалимся? Нет, ребята, мы переплевываем, поэтому ему тут, естественно, сразу крышка будет. Пумс. Сегодня хотел, еще думал взять камеру. Думал немножечко, может быть, постримить или на камеру поснимать. И забыл. Ну, ребят, понимаете сами, нервяк, все такое. Все из головы повылетало. В общем, когда я до этой камеры доберусь, я фиг знает. Кто-то спрашивал, когда ты будешь рейд стримить. Я вообще-то, ребят, говорил, что стримить я собираюсь, когда перееду туда, на квартиру, но... Когда это произойдет, блин? Когда... Там очень много еще работы, на самом деле. Там нужно менять окно, менять двери, менять пол. Там очень много времени нужно. Ну, время-то еще ладно, можно как-то выкрасть, да? В ущерб себе, вам. Но деньги. Это же все стоит деньги, понимаешь? И деньги большие. Ремонт нельзя закончить. Его можно просто приостановить. Это вечная кабала. Вот серьезно тебе говорю. Что-то делаешь постоянно, где-то что-то надо обновлять и тому подобное. Как бы вот так, ребят. Но в скором времени, надеюсь, будем с тобой стримиться и будем играть в игры вместе. И, возможно, и с Эллинойзом поиграем в Бравл Старс. Правда, он, по-моему, там нашел себе замену, мне замену себе по этой игре. Ну, не знаю, ребят, посмотрим, короче. Как у нас там пойдет. Загадывать не хочу, то, видишь, загадал, и все пошло через одно место. Так что лучше я как бы сделаю для себя какие-то определенные наброски, намеки, да, и буду их придерживаться. А там уже, как говорится, куда кривая выведет.
У нас же, сам знаешь, всякие бывают и несчастные случаи, и все тому подобное. Так что на что-то рассчитывать здесь — это просто невозможно, ребят. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сейчас уже перейдем, да, в Лигу Мастеров-то или как? А, мы уже... Ну, ребят, заговорился, да. Я говорю, когда я что-то там начинаю говорить, я просто погружаюсь сам в себя, понимаешь? Как бы закрываюсь от всего и чисто в своих мыслях там плаваю. А когда уже в реальность возвращаюсь, да, действительно что-то не то. Поэтому я иногда, бываю, и путаю персонажей. Например, там ролевого могу назвать там видение или там еще каким-то классическим. Ребята, это не потому, что я не знаю, что это за черепашки. Я просто могу оговориться. Вот и все. Табиас. Отлично, давай-ка Табиас. Ну, тут уже все, ребят. Тут уже 71 уровень идет. Так что нам, скорее всего, придется... Хотя, че я паникую? Смотри, мы с тобой отыграли всех. Это же круто, на самом деле, ребят. Когда всех отыгрывали. Две игрушки там есть прикольные. Ну, я не знаю, ребят, насколько прикольные они вам. Вот. Ну, и свежих. Они еще даже в бета-тесте. Ну, ты понимаешь, да, что тебе могут дать игру, хоть она и в бета-тесте, как тестеру. Посмотреть, показать другим и сделать какие-то определенные, как говорится, выводы. Поэтому мы этим... Ничего себе, он звезданул, ты прикинь. Поэтому мы, наверное, сегодня посмотрим. Возможно, вы в них уже играли. Возможно, вы дадите какие-то советы. Может быть, прокомментируете, стоит, не стоит. В общем... Будем ждать, будем ждать, будем ждать новинок. Не знаю, стоит ли вот нам с вами возвращаться, мне начинать с нуля проходить Stig War Legacy. Потому что я уже говорил, да, ребята, пофикслись у меня сейвы во время того, как эмуляторы накрылись. Да, да, ребята, бывает такое, что эмуляторы накрылись. Да, конечно, можно сделать камбэк, но для этого тебе нужен, как бы тебе сказать... Там есть такая возможность восстановить полностью все, но знаешь, сколько стоит эмуляция этого? Сколько по месту оно занимает? В данном случае там у меня чуть ли не по 400 гигов. А несмотря на то, что у меня, я даже не знаю, сколько у меня по терабайтам жестких, они все забиты в хлам. Ты вот не поверишь. Если бы ты посмотрел бы, что у меня на рабочем столе творится, ты бы, наверное, просто опупел. Там нету места, чтобы я куда-то там мог что-то поставить. Все забито напрочь. Вот. Игр, наверное, больше... Наверное, ну... Я даже не знаю, наверное, около 1000 скачанных. Разных, ребята, разных. Это только игр на ПК, а игры на эмуляторах... Наверное, не мне. Ну, конечно, поменьше на эмуляторы там... Игр 600-700, наверное, где-то. Вот так вот. Ну, все равно, ребята, много, много. И это все место. Поэтому, если ты еще будешь делать какую-то эмуляцию этого, как сказать, эмулятора, да? Чтобы, если у тебя что-то там полетело, и ты мог восстановить, то это, считай, весь эмулятор с его играми, которые там в нем стоят. Это надо делать копию. Это очень накладно, ребят. Поэтому... Есть такие игрушки опасные, да, которые не привязываются ни к Фейсбуку, которые не привязываются ни к Google Play. То есть ты играешь на свой страх и риск. Если что-то не так, эмулятор запарывается, то, соответственно, запарывается вся игра, запарывается твой весь прогресс. Это касается, знаешь, какой игры? Мы с тобой проходили Swamp Attack, вторая часть, да, где Джо у нас охраняет свой домик на болоте. Да, там уничтожился эмулятор, да, вместе с этой игрой. Естественно, я эту игру скачал. Вы мне писали, что там новые дополнения. Ребят, я скачал. Как было там сколько-то миссий, так оно и осталось. Я не знаю, как сделать, чтобы у тебя было это дополнение. Ну, в плане того, что сейвы, все, ребят, тю-тю, они пропали. И это все с нуля. Это касается многих игр, ребят. Это касается тех же самых дровосеков, в которые мы с тобой играли, да? Животные против лесорубов. Тоже, ребята, игра... Ну, как бы, эмулятор накрылся, вместе с ней накрылась игра, и сейвы, все, тоже пропали. Потому что там, когда надо было регистрироваться,
там выдавала ошибку, типа, невозможно подключить аккаунт к Фейсбуку. Все. Играл я, грубо говоря, на свой страх и риск. Поэтому я тебе очень рекомендую вот такие игры, как Юрский парк, Черепашки-ниндзя-легенды. Очень-очень много игр, которые требуют подключения своего аккаунта именно к Фейсбуку или Google Play. Сделай это ради себя, потому что если ты в нее играешь... Вот, например, у меня игруха накрылась, Angry Birds Epic, да, на компьютере. Накрылась. Но на телефоне она у меня есть, понимаешь? На телефоне она у меня есть. Но я не могу ее транслировать, потому что почему-то у меня Miracast не подключает, ребята. Он стоит, но проекцию он почему-то мне не дает. Я не знаю, в чем дело. Я уже облазил YouTube весь в поисках решения. Ни черта непонятно. Написано, если оно поддерживает, да, Miracast у вас и проекцию, то у вас вот должно быть в DirectX прописано вот это, вот такая-то, такая-то. Все у меня прописано, я уже и в BIOS лазил, но не идет проекция, и все, не хочет он находить. Не знаю, ребят, с чем это связано. А про эти приставки, которые можно, ну, отдельно покупать, читал. Лагает, изображение заторможенное, как бы, ну, все это. То есть, сам понимаешь, покупать кота в мешке тоже никому не выгодно и не нужно. Так, ребят, ну что, мы с вами прошли арену, да? Мы с тобой, где мы остановились, кстати, с тобой? Лига мастеров, 18 ранг. То есть нам чуть-чуть не хватило, чтобы перейти в Лигу мастеров 2 звезды. Но все равно, ребята, это неплохой результат, поверь мне. На испытаниях у нас с тобой силы природы. Мы с тобой прошли полностью. И сейчас попробуем вытянуть, так, 50 жетонов. Что-нибудь из ДНК. Ну, что-то мне такое впечатление опять складывается, что меня хотят просто шваркнуть. Они все дают что угодно. Надо же, Рафаэль видение выпало. Отлично, спасибо. Леонардо видение, 3 ДНК. Вот. Пошло дело. Так, еще у нас кот с тобой. Одна последняя попытка и Микеланджело видение. Вот это я понимаю, ребята. Вот это мы с тобой пофармили. Отлично. Донателло. Вот Донателло нам нужен тоже, кстати. Но пока мы его не получили. И очень много, конечно, там улетает вот этих вот откатов, телепортов наших. Так, ну что, мы с тобой хотели сделать, зайти в список и прокачать наших слабых персонажей. Так, ну что, у нас 24 тысячи мутагена есть. Так что давай мы с тобой прокачаем. Так, где, вот. Подожди, при чем здесь Рокс-то где-то? Рафаэль? Ну-ка. 50 уровень получает у нас Рафаэль. Так, остановимся пока. Давай посмотрим, кто у нас еще там есть. У нас еще с тобой есть кожеголовый. Вот даже как. Раз, два. И все, больше не хватает, к сожалению. Но все равно неплохо, я считаю, да, друзья? Так. Что у нас там по предметам. Жетоны нам вроде бы как выпадали, я помню, да? 685, а нам нужно 710. Нам чуть-чуть не хватает. Слушай, ну у нас с пиццей нормально все, да? Хватает пиццы. Мы, может быть, поищем с тобой на нашего Ваньку-стиранка еще немножко. А чего там нам не хватает? 3 пульта от телевизора. Давай попробуем выудить их. Так, есть один. Так, второй и последний, третий. Надеюсь, выпадет. Ага, как бы не так. Все, ребята, выпал. Теперь можно ему прокачать до 5-й ступени. Сокрушительный кастет. И нам нужно еще найти с тобой... Сколько тут получается? Один? Один ящик с инструментами? Серьезно? Или я... Да. Блин, мутагена не хватает теперь, а? Кстати, тут можно до второй ступени прокачать. А, подожди-ка. Слушай, так нам лучше тогда, наверное, гранатомет прокачать или как? Лучше, наверное, мы прокачаем с тобой базуку. Да. Но это уже, естественно, будет в следующей, ребята, серии. А на этом, пожалуй, мы, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!